сегодня у нас воскресенье, это последнее воскресенье, когда нельзя выходить. Поэтому сегодня у нас будет только пляжный образ. Мы вот пришли на пляж, на бассейн. Сегодня... Всем еще раз привет! Позвольте мне одеть очки. Потому что все-таки, вы знаете, вообще для меня солнечный свет как раздражающе на меня действует. У меня сразу начинает, даже если я вот так вот сижу в теньке, то есть это хотя бы я могу там разговаривать. То ли я себе это внушила, то ли что, я не знаю. Но потом у меня начинается, как вот сейчас уже начинаются у меня слезы. Не знаю, вот это, наверное, это уже, наверное, как внушаемое, что ли. Сама себе внушила я. Вполне может быть. Так, сейчас я попью воды. Начинаем радоваться, да, уже последнее воскресенье, когда мы должны сидеть дома, когда все закрыто, потом будет все открыто полностью. А завтра я иду, в понедельник я записалась, иду на прививку. У мужа будет вторая прививка. У меня это будет первая прививка, я до сих пор выбираю, если кто в курсе. Вы знаете, вообще, про прививки завтра, да, все расскажем. Я вам расскажу все новости. И почему я все-таки против, как наплыва туристов. Это тоже давайте на завтра оставим. Сегодня не хочется на этом как особо внимание заострять. Я хотела сказать, что прививка у нас... Конечно, я доверяю немецкой прививке, но есть еще китайская, и как ни странно, сейчас я скажу вам одну вещь. Смотрите, вирус искусственно выведен, это понятно, потому что моя сестра болела, она говорит, это невозможно. Это понятно, что с тобой происходит что-то непонятное, болит все тело. То есть неестественное, понимаете, не так вот, как просто простуда или что-то, да, она начинается постепенно. А это, знаете, так вот, один день ты встаешь и все. И поэтому сейчас я знаю, что спорят, кто вывел этот вирус. Многие, как говорят, что в этом виноват Китай. И вот смотрите, китайская прививка существует давно. И как-то, как, о ней мало что, правда, слышно? Вот я что думаю, если всегда... Если, как вы работаете в лаборатории, если вы микробиолог, когда вы выводите какой-то вирус, вы должны к нему сразу придумывать антивирус. То есть средство, которое вы можете побороть этот вирус. Иначе будут большие-большие-большие проблемы, если вывести вирус и не придумать, как убить этот вирус. Вот в этом плане я думаю, что, может быть, у Китая это... Прививка существует очень давно, так как они выводили этот вирус. Естественно, к нему был и антивирус. Я не хочу сказать, что они специально его заслали. Все бывает. Может быть, как-то случайно он из лаборатории попал в нашу среду. Я не могу это точно сказать. Но то, что этот вирус искусственно, так по-простому вам скажу, собранный из нескольких вирусов, это совершенно однозначно. Те, кто говорит, что... Этого вируса не существует, он существует. Опасен ли он, чем другие вирусы, сказать не могу, не знаю. Но видите, на некоторых он действует разрушающе, да, на взрослых. Поэтому я просто говорю, что я иду на прививку, и завтра уже подробнее мы с вами поговорим про прививки и про все остальное. Так, ну сегодня будем загорать. У меня вот такой яркий вид. У меня очень яркие серьги, яркое украшение, но на мне черный купальник. А, кстати, можно же сидеть загорать. Так, сейчас я сниму верхнее платье. Так, я намазала еще сынулю своего. И еще, значит, на мне сегодня обычный темный купальник и безумно удобные шлепки. Вы знаете, я прям, девочки, если у вас проблемы с ногами, эти шлепки, в них можно пройти сколько хотите километров. Это мои, я вам их... Я их купила, по-моему, в прошлом году. Еще до этого они у меня были. Только покупайте обязательно оригинал. Биркеншток – это просто, знаете, это такая вещь, которая массажер и вообще помощь вашим ножкам.
Только я почему говорю оригинал, потому что оригинал у них, по-моему, пробковая подошва. И вы знаете, когда на нее встаешь, такое ощущение, что ты идешь, что ты вообще как босиком ходишь. Очень хороший. Вот, пожалуйста, прислушайтесь, и у кого есть какие-то проблемы с ногами, купите их себе. И это, сейчас я вам покажу, это первые шлепки, которые сейчас... Они у меня уже все заношенные, вот такие, посмотрите. Это первые шлепки, которые вот здесь вот, не... Как? Это первые шлепки, которые не натирают в пальцах, остальные все это... Ну, у меня, может, пальцы не такие. Мне некомфортно, когда вот перемычка, хоть какая обувь. У меня даже были вьетнамки от очень крутого бренда, и вы представляете, даже они мне натирали. Ну вот бывает такое. Вообще у меня ноги какие-то, конечно, странные, наверное, нестандартные. Не знаю, мне всегда... Может быть, я много хожу, поэтому на меня, видите, это все по-другому действует. Ведь я, если я иду, то я стараюсь больше ходить пешком. Вот. Сегодня мы с вами будем... я буду отдыхать, хорошо? И увидимся с вами еще в понедельник.